и впредь. Кэрри то ли сильно нервничает, то ли настроение очень хорошее, но когда российская журналистка напомнила ему про явное сближение отношений США с Ираном и спросила, а что тогда с Европро? Ведь именно из-за Ирана американцы собирались строить эту систему, Кэрри отвечать начал, мягко говоря, не сразу. Она понимает английский? Да, понимает. Хорошо. And French. И французский. What else can you talk? Об этом надо предупреждать Сергей. Ракетная угроза со стороны Ирана по-прежнему существует. Речь о Сирии и Иране, как говорят дипломаты, на полях саммита. В официальной повестке